Ну вот моя система. Здесь мы видим веревку, которая идет вниз под весом якоря. Вот здесь это такие клещи, скажем так, которые открываются и закрываются. Вот там потом идет фонарик. Вот. Потом идет видеокамера. И наверху идет вот здесь вот. И вот здесь вот идут. Сейчас покажу поближе. Здесь идут антенны от двух приемников. Вот здесь слева красная, а там, где оранжевая крышечка, там идут черные антенны. Посмотрим, какая крышечка будет лучше. Либо черная резиновая, но на ней вот такой железный ободок, либо пластмассовая оранжевая, которая напечатана в 3D принтере. Вот. Потом, значит, идет так. Вот там вот идет ящик с электроникой. На нем сейчас лежит пульт управления. А рядом лежит, стоит ящик с аккумулятором. Затем идет ящик, в который я ложу пульт управления, чтобы он не промокал. То есть, чтобы не таскать пульт управления с собой, а оставлять на этой шлюпке. И затем идут провода. А вот провода от моторов. И провода от солнечной батареи, которая питает аккумулятор. Вот. Сейчас система вся включена на одном только приемнике. То есть это означает, что если я подам сигнал, то вся система включится. Но расход этого приемника довольно невелик. Вот поэтому можно. Он гораздо меньше, чем дает солнечная батарея. То есть солнечная батарея покрывает нужды постоянного приемника с лихвой. Я так надеюсь. И поэтому я оставил систему включенной. Посмотрим. То есть система как бы отключена, но приемник включен. Приемник, который включает потом всю остальную систему, включая второй приемник. Второй приемник — это тот, в котором вот эти красные антенны. Вот. А эта антенна черная — это от видеопередатчика. Ну вот такая система. Прошу любить и жаловать.